Новый футбольный сезон уже не за горами. Игроки-текстильщики упорно тренируются. К ним присоединился и Андрей Романов, лучший голкипер зоны Запад 2006, 2009 и 2010 годов. А по совместительству новый вратарь-текстильщика. После ухода бывшего голкипера красно-черных Александра Самохвалова вся надежда болельщиков только на него. Сам Андрей признается, приглашение поиграть за родной клуб очень его обрадовало. Не поверил сначала, потому что уже все-таки 5 лет прошло, как в родных стенах не играл. Воспринял это с большой радостью. Очень доволен сейчас, что работаю на родном стадионе. Очень доволен. Самохвалов не единственный игрок, покинувший команду по истечении контракта. После удачного сезона текстильщика в команды более высокого уровня перешли также защитники Михаил Рытов и Михаил Ершов. Сейчас первостепенная задача нового главного тренера красно-черных Дмитрия Парфенова – найти им достойную замену. Мы смотрим игроков и будем еще смотреть в ближайшее время, поэтому это такой процесс необратимый и нормальные вещи. Должны появляться футболисты, но у нас-то задача как раз, чтобы люди усиляли. Поэтому у нас на это прицел, на усиление. Новый футбольный сезон стартует уже в конце июля. Команда настроена более чем решительно. В усиленном новыми игроками составе курс в грядущем сезоне текстильщик держит только на победу. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.